В ночное время полицейскими была получена информация о факте неправомерного завладения транспортным средством неизвестными злоумышленниками. На маршруте патрулирования сотрудники госавтоинспекции заметили схожий по приметам автомобиль «Лада Приора». Увидев полицейских, подозреваемый, управлявший автомашиной, попытался скрыться, в связи с чем за ним было организовано преследование. В ходе непродолжительной погони транспортное средство было остановлено. В момент задержания водитель, находившийся в салоне в состоянии алкогольного опьянения, нажав на педаль газа, допустил наезд на инспектора ДПС, причинив ему телесные повреждения. В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Также установлена причастность задержанного к совершению преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но, поверьте, это еще не все. Материалы проверки обстоятельств получения телесных повреждений полицейским уже изучают сотрудники Следственного комитета с целью принятия соответствующего процессуального решения. Денис Желтов, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.